Прием, прием, здорово всем, с вами Хилхерц, Punch Club Fast Forward, не помню какая серия, я очень много дней пропустил. Я какой-то квест начал делать, потом ушел и не дозаписал в итоге. Ух, ничего себе у нас перегрузка. Так, ну видимо я пришел сюда зачем, поесть? Купить еды и, наверное, поработать. Будем наверстывать. Потому что иначе я, честно говоря, не понимаю, чем я тут занимался. Так что будем потихоньку разбираться настолько, насколько это возможно. Так, давайте покушаем. Можно еще один взять. Сэндвич. Так, в принципе, можно вообще на газировке жить. Я тут подумал. Если уж прям совсем на то пошло. Почему, как говорится, нет, когда да. Звучит как очень неплохой план, дамы и господа. Я хоть и не эксперт, конечно. Можно чуть-чуть поиграть, прям полсекунды. Оп, его на play game. А, и, наверное, опять работать. Выгонять последствия перегрузки. Звучит, на мой взгляд, как самый хороший план. Погнали, скоро будет повышение. Может, я какой-то квест мужику должен был сделать? Честно, не помню. И, по-моему, я с каким-то терминатором буду драться. Причем уже очень скоро, к сожалению. Блин, а вариантов-то особо нет. Давайте у него тоже купим. Баф не могу купить, понимаете, как все обидно. Эх, давай чуть поспим, чтобы фул энергия была. Кстати, не помню, когда я мамане таблетки покупал. Что-то как-то совсем я про нее забил. Забыл. Немножко неловко даже. И теперь работать до времени битвы. Честно, не помню, с кем нам предстоит драться. Тем, как говорится, интереснее. Еще немножко, и вообще не будет перегрузки. Звучит как план. Блин, а потом еще и тренировка. Вообще отстой. Вариантов особых нет, придется как-то справляться. Давай сразу покушаем. И два бургера себе про запас купим. Вот так вот. Погнали. Так, кто это? Приз какой-то супер-мега... Ой, он намного круче меня. Так, у меня тактика кобры. Давай пока будем регенерацию использовать. Слушай, он прям чуть ли не лучше меня. Я очень сомневаюсь, что мы справимся, но попробуем. У него прям очень много инициативы. У него вообще стамина не улетает. И плюс, походу, каждый... Ничего себе, просто один удар. Так это женщина, походу. Да, слушайте, ну... Окей, продолжаем. И что-то у меня, походу, еще... Охренеть просто! Я сейчас посмотрю, за счет чего у него такой фантастический урон достигается. Он реально буквально одним ударом вышибает все говно из моего персонажа. Exactly все говно. И я сейчас еще денег потрачу на этой девке. Так, у меня есть шанс. Подожди, что у меня тонус? В общем, это хрень. Эта хрень надо убрать, например, на маятник, допустим. Вы знаете, сейчас в бой пойдут вертухи. Есть что-то более дамаговое, чем вертуха? Нет, у него... Что ж у него так много... Моей гири, господи, 22. Ладно. Посмотрим, что ты скажешь против моих вертух, красивая. Что это такое? Наносит потенциальному, если уклонение было... Ничего себе, неплохо. Очень неплохо. То есть каждый удар сейчас будет дохрена мне еще урона наносить в ответ. Забавно. Да, это супер удар ноги у нее такой был мощный, я понял. Но если мы ее запрессуем, у нас есть шансы. Но не то чтобы много. Отлично. Вертухи в голову делают свое грязное дело. Это было непросто. Прям реально непросто. Такс. Надо будет восстанавливать сейчас все очень сильно, очень сильно. Ну тогда, наверное, спать. Ждать смены. И тренировать ребятишек. Еще у меня варианты есть, я не знаю. Так много я не посплю, возможно, еще работать придется. Да нет, глупо, лучше сейчас поработать. Да, хороший план. Не знаю, на следующего бойца записываться. И прикиньте, сколько надо будет тренироваться. А, не-не-не, стоп. Я правильно все делал. Я все делал правильно. Сейчас мы начнем ловкость вот здесь повышать. Сейчас посмотрим, где будет больше давать. Половинка, а здесь. В разы меньше, значит сюда. И это наш выбор.
Надо будет за едой еще сходить. Ну все, восстановили? Отлично. Давайте посмотрим, на кого мы можем записаться. На Кумара, да? Правильно? Сколько? Я заплачу. 182. Может, кто-нибудь денег нам даст? Да хотя, зачем нам деньги, ну, на самом-то деле? 405 хаточка просто. $700, кибертип. Просто, может, показать, что я могу? Слушай, давай на кибертипа разочек. Хотя, куда мне столько денег, ребята? Давай прыгнем, если не сможем, тогда уже на других. Окей. Поехали за... бургерами. Потому что нам их много потребуется. А, ну у меня их есть достаточно, окей. И я подготовился. Купить чуть-чуть. Погнали назад. Сейчас чуть поспим, и дальше будем трениться. Хотя, наверное, потренимся, и потом еще поспим. Да, хороший план. Прям даже сейчас я поем. Быстренько посплю. И если у нас будет место для нейротренировок, мы, разумеется, с вами ими воспользуемся. Да нет, ничего лучше. Как раз сейчас потренируемся, и нам еще это все восстановят. Звучит как очень хороший план. Что, мало так стало давать? Еда улетает просто в космос. Сейчас парни придут. Здорово, пацаны. Давно, как говорится, не виделись с вами, работяги мои. Хорошо, сейчас тренер покушает. Так, потом разминочка. Вот так вот. Время подкачаться, время подкачаться. Было бы здорово, если бы мне тоже хотя бы какие-то статы давали, согласитесь. Так, давайте немножко посоциализируемся быстренько. Так, соточка, балдеж. И погнали удары разучивать, ребятушки. Middle kick начинаем. Красиво мышки, парни, красиво. Что еще хотите? Давай вот это опасный удар самый. Отлично, плюс перегрузки нет. После этого пойдем в зал трениться к Сильверу, либо на следующий день. Так, мистер тренер хочет кушать. Мистер тренер не кушал 3 дня. Давайте чуть еще на снарядах. И потом парочкой тренировок добьем. То есть прям сразу. Допустим, что они не устали? Вот это делать. Хайки, почему нет? Блин, пацаны, тренер так вымотался, вы не представляете себя. Кушать хочет тренер. Давай социализацию, дальше на снаряды. Вот так вот. Еще чуть-чуть, ребятушки. Чтобы нам денег дали побольше. Нормально так, еще сотен дали. Сверху. Че, время поспать чуть-чуть? Может быть, даже поиграть? А ночью буду трениться, как раз к утру мы с вами пойдем на супер тренировки Сильвера. Возможно, для этого нам нужно было бы побольше денег, но да ладно. Имеем, что имеем. Ага, он не хочет больше играть. Так, братишка, надо поесть купить. Прям, наверное, штуки 4 куплю тоже. Много, немало, знаете ли. Раз, два, три, четыре. Сразу один бахаем. Сейчас идем дальше трениться. Нужно, так сказать, подготовиться к файту. Нам нужно 28, по всей видимости. Там, возможно, обилки надо было новые посмотреть. Мы это с вами сделаем. Я что-то забыл в той серии. Че? 28 нету. Фантом у меня есть. И легкая. Ага, это я то, что делал. А то сигаре, господи. Слушай, 25 сил удара. Давай возьмем. Энергии, конечно, тратит просто шок. 15. Чисто лапа тигра. Дар вопрос. Немалой ловкости. О, слушай, либо сюда. Чирумавашигири. Выглядит, наверное, это буду качать, если честно. Да. Окей, просто качаемся. Не буду ничего выдумывать. Есть как есть. Когда желтенького дойдет, будем думать, что делать дальше. Так, время покушать. Чуть поспим и к Сильверу. Дубанки качать, знаете ли. Возможно, заодно новую технику какую-нибудь изучим. Суперсекретную. Почему нет? Главное, чтобы еды хватило.
Так, вниз нужно. Давай вот это вот. Максимум ловкости. Перегрузка по-любому будет. Нет. Тогда я делаю еще одну большую тренировку. Просто потому что могу. Давай, пока не ошибка, делаем ее. Угу, все, закончили пока. Давай глянем, что по новым техникам нам открыли. Так, так, так. Подожди, не открыли, что ли? Подожди. Это... Нет, это ловкость. Подожди, 27. Значит, я что-то не то открыл. Либо я дурачок. Ну, хочу ли я это сделать? Ну, это прям очень много стоит. 25 урона. Ладно, я пока не буду тогда. Здесь же точно все закрылось, ну да. Ладно, тогда мы, наверное, пойдем поедим. Купим поесть побольше. На все деньги. И дальше трениться пойдем. На все деньги, что есть, купили. Слоты забили. И погнали трениться. Наверное, на выносливость. Беговая дорожка, по идее, на выносливость. Ну, хотя мне вот это нравится. Может, в мешке будет что-то хорошее таиться. Я не знаю, честно говоря, что эффективно, что неэффективно. А, это дни до тренировки. Как тут все сложно, однако. Этот еще не стал добрым. Стал зеленым, давай на нем. Мне на нем больше всего нравится. Хотя 24 выносливости, знаете ли, тоже не ошибка. Покушаем. Не будем всякими этими вашими стимуляторами пользоваться. Это не по-пацански. По-пацански делать все честно. Давайте поспим, чтобы было много сил. Максимум силы, так сказать. Радости не знаю. Сейчас, если победим, радость повысится. Просто мое почтение. О, у меня тут холодильник есть, оказывается. Забавно. Я только сейчас заметил. Век живи, век учись. Все равно дурачком будешь. Нет, про меня. Да, сейчас, наверное, потренимся, потом поспим, поедим и на битву пойдем. На жесткую драчку. Так, офигеть. Офигеть, он голодает просто как не в себя. Ну, посмотрите на это. Это же просто прям непростительно. Давай поспим. Дальше потренимся и потом еще за едой купим, сходим. Зеленая? Нет, давай вот это. Возможно, будет стамина хотя бы заполняться побыстрее. Да, здесь походу на стамину. Ну, собственно, проголодались, поехали сюда. Опять покупаем на все деньги поесть. Просто потому, что можем себе это позволить, в принципе. Сразу бахаем один и дорабатываем до времени боя. Отлично, перегрузки нет, вообще балдеж. Отлично, ну и погнали, посмотрим, кто он такой и что он может. 13, ох, ё-моё. Слушай, ну это чучело всечет и будет вообще жопа анусная. Давай на мидл кике, давай на хай кике и на доджи. Погнали, ой-ой-ой, блин, прикинь, попадет, что будет. Но он неловкий, но хпшки у него маманя. Если он будет бить, нам жопа просто. И плюс он еще мне возвращает урон. Ой-ой-ой, на 61 плюшка, прикинь. Не, здесь надо, короче, хай ДПС развивать, ребята. Если мы еще одну переживаем... Знаете что, я, наверное, возьму вертуху. Что у меня самая дамаговая вертуха, да? Блин, не очень-то и дамаговая. Вертуха очень неэффективна, как оказывается. Просто надо максимум депса наносить. Блин, и просто один его удар и остановочная. Ему вообще нельзя давать бить. Он ваншотнуть может. Чтобы вы понимали, он может ваншотнуть. Но он не успеет. Повезло. Таки справились. Эй, чемпион, только что посмотрел очередной твой бой. И у меня к тебе очень серьезный вопрос. Это вообще законно быть таким крутым, а? Ха-ха-ха. Расслабься, настоящая машина для победы. Мы должны это как следует отпраздновать. Еще одна порция пончиков не помешает, как считаешь?
О, да, детка, так ты лучше, мистер Барри, чует запах вечеринки. Иди и разорви их, тигр. Это я образно, не надо ничего рвать, просто принеси их сюда. Куда? От Апу, окей. Погнали сразу сделаем это, пока я не забыл. А то я забуду. О, во славу сопротивления. Хватайте столько ракушек, сколько сможете. Руки прочь от моих товаров, блестящие ублюдки. Закрой рот, ты без руки, лакей капитала. Иначе я набью тебя в... Налью тебе банку майонез. Вот именно кетчуп. Шо, так вкуснее. Нужна помощь, Апу? Еще бы. Спрячь весь майонез, быстро. Черт, я забыл, ты же супер боец. Тогда чего ты ждешь? Надери их в фольгирование, задница. Надо спешить, братья. Если пришло время пролить кровь за сопротивление, то я готов. Так, ну ты лошара, но лошара ты не факт. Давай. Блин, подловили меня с собаки, я после битвы мощный. Они сейчас так могут всекать за всю фигню. У него, кстати, очень много инициативы для его уровня развития. Фольгированный ублюдок. Что это падла себе позволяет? Если он забаговал, это мне на руку. Не, он не забаговал, он дерется как тигр. Он еще уворачивается, маманя, что творится? Я надеюсь, этого мы завалим, развалим. Лишь бы не пропустить ненужные удары. Смотри, что творит, ты смотри, что творит. Ты точно так законно делать, как он делал? Знаете, я, наверное, вертуху добавлю. О нет, ты погнул мне Дэну, но дело сделано, мои братья уже далеко. Как бы ты ни сопротивлялся, сопротивление не остановить. Может кто-нибудь объяснить, что здесь происходит? Я могу, меня ограбили, вот что. К счастью, эти придурки взяли только пачку ММДМ с ракушки. Для чего вообще нужны эти ракушки? И почему они продаются в магазине на самом видном месте? Ты что, с луны свалился? Ракушки заменили человечеству туалетную бумагу много лет назад. Что, но как же? Даже не спрашивая, лишился тела задолго до этого. Значит, ясно только одно, я должен отправиться вслед за дурачками и найти ответ. Окей. Так, сопротивление в канализации. В смысле, а где мои батончики? Апу, у меня квест забаговал. Блин, что за говно? Мне походу квест забаговал. Либо надо в другое время приходить. Не знаю, честно говоря, в чем проблема. Здесь моих полномочий явно недостаточно. А, у меня была еда. Так, ну что, я думаю, прям чуть-чуть посплю, чтобы энергию восстановить. Можно было бы еще потренить на самом деле. Хотя бы чуть-чуть, давайте добьем ее. Все, добили, отлично. И утром надо будет еще в спортзал обязательно зайти. Так, балдежный диванчик восстановил намного, все, покушаем. И время канализационных дел. Иначе ради чего это все? Прием, говорит. О, привет, самое время, чтобы приболтать по пиу-пиу-фону. Почему у тебя нет ни одной записи последние 20 лет? Сразу к делу, да? До недавнего времени я не выходил из дома. Любимый мой сын и все такое. 20 лет, и что все это время делал? Смотрел старые фильмы, тренировался, немного танцевал. Кстати, у меня тоже есть новости. Я слушаю. Видел Джульетту. Где она, и с ней все в порядке? Она теперь вроде как голограмма, ничего не помнит. О нет, они промыли ей мозги. Теперь сопротивление в опасности. Ты сказала сопротивление? Прием, говорит. Да, и что? Я сейчас преследую парней из сопротивления в канализации. Носят самодельные костюмы из фольги, воруют ракушки с магазина. Это твои коллеги? Что? Нет, зачем вообще нужны костюмы из фольги? Не знаю, может для защиты от 5G вышек. А зачем нужны защиты от 5G вышек? Потому что они распространяют токсичный Wi-Fi? Что за чушь? Не знаю, кого ты преследуешь, но они не имеют к нам никакого отношения. Посмотри, повиси немного. Повиси, дамочка, эти старые фильмы сильно сказываются на тебя. Кажется, он отстал. Как думаешь, Тайлер похвалит нас? Который из бойцовского клуба? Привет, парни, ты такой Тайлер. Чё, как он нас догнал? Теперь выкручивайся из этого сам. Я сказал, Бздайлер? Хорошая попытка. Твои друзья? О мой бог, он использует смертоносный Wi-Fi. Понятия не имею, что это за придурки. Что ж, останови ее, пока он не погубил нас всех. Я пока предупрежу Бздайлера. Кек Петрович, ну ты шо, собака, давай, снимай свои штаны. Я не буду с тобой церемониться. И я буду делать гигадыщ вот такой. Поехали.
У нас не так много хпшки. Сейчас мы будем делать дамаг. Уж он блочит, как псина. Вообще все блочит. Ты смотри, собака какая. А мне стамины, возможно, не хватит даже. Ой-ой-ой. Ни хрена себе. Чё-то этот дядька знает, как драться со мной. Но все равно побеждаю по стамине. В следующем раунде я надеюсь его буду ронять. Продолжим. Ой, повезло. На все бабки вернулся. Ну все. Снимай трусы, ложись на пол. Что он, собственно, и сделал. Кто такой Тайлер? Где мне его найти? Ничего тебе не скажу, Wi-Fi юзер. Тогда я сниму с тебя шапочку из фольги. О, нет, пожалуйста, только нет, а прямо по коридору налево, безжалостная сволочь. Так просто. Такие себе тиммейты. И я бы не хотел предводителем таких быть. Кажется, ты здесь самый крутой. Это ты, Тайлер? Что вообще тут устроили? Ого, неплохо. Зависит от того, о чем именно ты говоришь. Украли ракушки, заказали. Мы с фольги. Не-не-не, тут не причастен. Это парни придумали сами. Насмотреться забавно, да ведь? Украли ракушки. Разве ведь не очевидно, чтобы люди больше не какали? Чё-то порвало. Главный вопрос, говорит, здесь. Разве не все, что ты веришь, какая-то дичь? Ну, слышали, порвало от смеха, вот. Я бы соврал, если бы сказал, что понимаю, что здесь происходит. Ладно, не провал нормально. Почему вам, видимо, всегда нужно что-то понимать? Это безумный мир, полиция думает только о себе. Людьми управляют животные, а на обед, завтрак, ужин принято есть слизь. Почему бы здесь просто не повеселиться? Погоди-ка, хочешь сказать, вы делаете все это ради веселья? Да? Почему вы тогда называете себя сопротивлением? Мы псевдо-сопротивление, просто это неудобно выкрикивать название целиком. Поэтому парни говорят просто сопротивление. Здравствуйте, сопротивление. Ура, сопротивление! Были еще варианты кукусики и мозга шмыги. Но первое слишком стильно, а второе оказалось занято. А псевдо-сопротивление это типа постмодерн. Ура, постмодерн! Ура, говорит. Что, все еще ничего не понимаю, но теперь мне кажется, что это и не обязательно. Ого, быстро прогрессируешь. Не хочешь применять шапочку из фольги? Не, спасибо, но мне все еще нужно вернуть опу его ракушки. Это не проблема, можешь забирать их. Круто, говорит. Они разбросаны по всему городу. Парни избавились от лик, пока убегали от тебя. Ёшкин, говорит. И запомни, говорит. Что? Что? С меня хватит. Так. Итак, говорит. Почти верю, что твое сопротивление никак не связано с этими ребятами. Я же говорила. Но тогда кто же ты? Я все еще не знаю, могу ли тебе доверять. Может, в следующий раз. Конец связи. Собака, опять меня продинамили все. Да что ж это за жизнь такая? Так, у нас уже запись доступна. Но чёрт, блин, с этими инкаунтерами. Ах, кто ты? Да давай, бросим ему вызов. Не то, чтобы у меня было много денег. Так, как по городу их искать? Они в любых локациях, типа, будут? Тогда вообще отстой. То есть я не могу двигаться дальше, пока это не сделаю. Ух ты, 6 штук, мать моя. Ну, я так понимаю, просто надо по всем локациям проездиться. Вот оно. Да. Потерянные ракушки, я понял. Нужно больше информации о тебе. Прием. Что ты хочешь знать? Прием. Почему ты тренируешь каких-то мальчишек в зале? Просто хочу найти своего отца. Он пропал? Еще до моего рождения никогда не видел его. Сочувствую, говорит. Может, это наивно, но я верю, что мы с ним все еще встретимся. Так, тогда просто все потихоньку будем чекать. Вот она. Прием, ты всегда увлекался спортом? Ага, всегда хотел быть достаточно сильным, чтобы защитить маму. От чего? От чего угодно, от людей вроде Тайлера, например. Так, а пока неплохо движемся. И здесь есть, офигеть. Расскажи что-нибудь о своем детстве, прием. Большая его часть прошла в гараже. Правда? У меня тоже. Мы уже много знаем друг о друге. Но вряд ли в доме Генри что-то будет. Нет, будет, ты смотри. Можешь тоже спросить у меня что-нибудь, чтобы было честно. Прием. Почему ты в сопротивлении? Наверное, потому что это прозвучит банально. Попробуй. Хочу делать этот мир немного лучше. Правда, банально. Может, у мамани что-нибудь есть? До мамани они не добрались. Таблеток нету. Надеюсь, она спит. Так, нормально. Ко мне в хату не заходили. Это мне уже очень нравится. Вы забыли еще? Как думаешь, у тебя получится прием? Что получится прием?
делает этот мир немного лучше. Не знаю, может, если подойти к делу с этой страстью, верностью и доверием, забавно слышать, как человек, не назвав своим имя, говорит о доверии. Прав, прости, Карла. Приятно познакомиться, Карла. Карла украла, украла, коралла, карларла, укларла, кларл, кларнет. Это я вот с детства знаю такое. Отлично. Как думаешь, получится прием? Наш лидер запретил пока говорить тебе об этом. Ты еще говоришь о доверии? Прости, но мы считаем, что когда придет время, ты сможешь нам помочь. Сейчас жить, пора встречаться капут. Нашел 6 коробок с ракушками. Точно, окей. Get ready for the Apu. Прекрасно, говорит. Погоди, ну тут только половина. Если хочешь знать, это было непросто. Я тебе очень признателен. И... Хорошо, вернешь оставшиеся ракушки, я заплачу. Я сделаю так, ты очень хорошо смогу сделать. Ты случайно ничего не забыл? Вроде нет, и елки-моталки, пончики. Мистер Барри, наверное, умирает от голода. Мистер Барри, иди сюда, будешь пибу сосать, мистер Барри. А с 9 утра. Тогда я могу другие локации почекать. На поиски ракушек, потому что почему нет? Тут нет. Может быть, у безумного мастера? Да, одна есть. А они уже не разговаривают. Ну, не очень-то и надо. Тогда, может, у Сильвера есть что-нибудь спрятанного, что думаете? Давай... А, не могу. Может, ну, к Барри я не могу? Может, на улице по-любому что-нибудь будет? Просто проверяйте. Я чувствовал. Так. Пам-пам-парам, где еще? Муравейник. Давай глянем, может, там... В принципе, они тоже там могли прыгать. Да, все верно. Это уже третье. Слушайте, а вдруг они по тем же самым локациям раскидать успели? Давай проверим. Есть у меня такая чуйка. Наверное, вряд ли. Было бы слишком хорошо. Согласитесь. Хорошо и слишком просто. Окей. Тогда мы что, идем трениться? Может быть, они в спортзале что-нибудь сделали? Нет. Время подкачаться. Время подкачаться. Немножко тонусом. Наберем. Блин, сейчас тренировка на целый день. Твою ж мать. Я хер попаду к мистеру Барри, а потом забуду, что к нему надо идти. Понимаете, в чем беда? Игра опять разрывает моего персонажа на части. Не факт, что у меня еще еды хватит, сами понимаете. Обидно, печально, грустно, досадно. Ну, в любом случае, наверное, будем двигаться так. Эх, ну шо, пацаны, снимайте майки, давайте заниматься. Тренера нет еды, но он справится. Давайте. Начнем с качалочки. Прям так, сейчас хорошо прогреем мышцы. На пару порядков потом подсоциализируем с ребятушки. Все, как я люблю, по старой страте. Оп, сюда, теперь немножечко ударов заучим. Самому интересному вам научу, вас научу. Может быть, панч просто. Почти как название игры. Нажрать хочу, пипец. 3 дня не ел, ребят. Давай последний вертух в голову. Да, наверное, придется за едой лететь. Так, ну и давайте быстренько сгоняем за едой. Прям одной ногой тут, другой там. Все как мы любим, ребята. Все как мы любим. Пить-то все равно все бабки покупаю, сразу поедаю. Оп, обратно. Поехали на максимальной скорости. Нету нам покорности. Социализация нормально? Нормально. Ну и качаемся, ребят. Ваш тренер не придумал ничего лучше, как покачаться. Хотя, может быть, под конец еще пару дарчиков заучим, посмотрим. Хотя даже, наверное, не будем. Нормально. Сейчас еще и Мик придет к квест, да, твою мать, ты такой злейший враг любого тренера. Не знаю, Мик, инфаркт миокарда? Это слабости его учеников. Понятно. Ты можешь быть сколько угодно крутым, но какой-то этого толк, если среди твоих подопечных нарцисс или абьюзер. Справедливо. Отсюда вывод. Не физическое, а психологическое развитие учеников. Главная задача тренера — ты крут настолько, насколько можешь вести за собой людей. И это твой главный вызов. Опять что-то случилось в гетто? На этот раз муравейники, на эту опасность гораздо опаснее. Теперь дело касается не только гетто или города. Теперь речь идет о спасении всей планеты, целой вселенной. Миг. Думаешь, я готов к этому? Не спрашивай себя, готов ли ты к этому. Спроси себя, какого черта я здесь еще делаю? Иди. Один на один с угрозой планетарного масштаба. Ауф. Блин, вселенную спасать, папаня.
А, к этому, как ублюдку, я не успеваю уже. Блин, вот поднасрали мне. Ну, посплю, конечно, иначе-то. Даже сначала поем, потом уже посплю. Пойду спасать, потом трениться надо. Я столько дней тренировок пропустил, мама родная. Так, ну теперь в муравейник погнали. Кого мы на этот раз будем спасать? Интересно, какой вселенской кровати говорил Мик? Что тут у нас? Долги, кредиты, подписка на Netflix. Как же меня это бесит? Где я, по-вашему, должен брать деньги на все это дерьмо? Да, мужик, как я понимаю? Все эти люди, подруга, родители, какая безумная соседка, кошатница. Почему все они рассчитывают на меня? Даже я на себя не рассчитываю. Да, мужик, как же ты прав, жизнь отстой. Они могут водить к черту с их ответственностью. У меня есть надежное средство от этой проблемы. Что это? Бухло! Считаешь, что поможет? Ты не понимаешь, очень много бухла каждый день, даже не представляешь, чего приводит последовательность и упорство. Быть алкоголиком — это сплошные полюсы, например. Ты еще кто такой, хотя мне вообще плевать. В общем, слушайте, как вам такое, если от тебя ничего не ждут, никого не разочаруешь? Со мной входишь вместе, да, но каждый раз, когда ты просыпаешься, у тебя есть шанс найти новую татуху в самом неожиданном месте. Звучит забавно, но знаете, что самое лучшее? Что, что? Самый искушенный и опытный из нас понимают собак. Я, блин, клянусь вам, я слышал, как одна собака сказала другой: «Хочу лазанью», клянусь. Что ж, меня выгнали из школы, когда мне было 10, плюс дурная наследственность. Конечно, я в деле, говорит. Да, заседу за мной, юный подаван. Знаю, тут один ночной клуб неподалеку. Погнали. Стой, не надо. Почему? Другой выход. Ты так думаешь? Путь, который я предлагаю, быстрый способ уйти от проблем. Да, это правда, но это путь полон головной боли и блевни. Оглянись вокруг. Ты правда хочешь прожить здесь всю жизнь? Не предпримешь ни малейшей попытки сделать мир немного лучше? Не знаю, кто ты и откуда взялся, но в твоих речах звучит голос разума. Мне действительно стоит взять тебя в руки и... Да как ты смеешь отнимать меня самое другое? Собутыльника! Ой-ой-ой, этот папа не знает толк в собутыльничестве. Слушайте, ну мы можем быть униженным, опущенным. Нормально, попробуем. Посмотрим, на чем он способен. Для алкаша он достаточно неплохо держится. Давайте будем честны, сейчас он меня так трахнет. Ой-ой-ой. Я уже готов снимать трусы. Мы можем как-то договориться? Так, меняем тактику, нужно вертуха в голову. Самое мое дамаговое. Надо срочно качать ловкость и брать новый навык. Ой-ой-ой, мужик, ну... Да ты чё, сука, ну ну-ка, блин, развернулся и наткнулся. Братан, ну чё-то мы прям... На собутыльника напали, всех в лиге побеждаем, а бутыльник нас натягивает, неприятно. Знаете чё, я иду all-in. Все вертухи в бой. Я просто хотел отдать пончики мистеру Барри. Нихера себе, на полтишок. Просто джеб залетел от мудня. Если мы выживаем, мы его роняем сейчас. И он будет лежать плюс сосать. Опа, братик. Кто у нас любит полежать? Он просто лежит и отдыхает. Ну смотри, петушило какой. Все, ваншотный парень у меня остался. Или я, или не я. Ну, ладно. Бывает. Ты видел? Ты это видел? Я побил двух кикбоксеров за раз. Это еще один аргумент в пользу алкоголизма. В глазах двоится. Теперь ты и твой брат, близнец под надежной защитой. Должен остановить его, пока он не окончательно завел парню голову. А, типа я еще могу пытаться. Да вы знаете, я пойду еще раз его трахну. Попробую. Мы стояли? Так, давай. Великих, блин, лучше всех. Кстати, алкоголь тоже можешь пробовать. Полиция завтрашнего дня. О, нет, ошибаешься. Давай. Давай. Максимум депса тебе сейчас. В лицо прилетит, братан. Снимай трусы. Блин, кстати, весь тонус профукал. Надо было получше подготовиться. Блин, да как же он меня дерет? Просто шок. Да ты что творишь-то с училища? Просто какой-то насильник на меня напал. Жесть. Весь тонус просрунил. Потом 3 дня буду в тренировочных залах восстанавливать это все. Безумие какое-то, и все ради того, чтобы какого-то говнюка от алкоголизма спасти. Мне кажется, эта затея вообще не стоит того. Я еще стамину просрал, сейчас я буду роняться. Да, слушайте, все очень плохо, все очень плохо. Придется сейчас бибу сосать, по всей видимости. Любая его шальная плюха роняет меня просто на все деньги. Он просто стамину регенит, когда я по нему бью, так не должно работать, вы же понимаете. Ну просто шок. Я не представляю, как мы можем победить. Любая его плохо насилует меня. Стамины мало, очень мало. Ну вот так должно было быть в первый раз. Я немножечко фиаско испытал.
Что я требовался доказать? Трезвый человек всегда побьет пьяного. Сынок, подумай об этом еще раз, а приглашать тебя в мир, где каждая женщина выглядит как богиня, даже некоторые парни тоже. Иногда деревня преимущественно хвойная, не знаю почему. Итак, твое последнее слово? Не, спасибо, говорит, ты прав. Спицы — это не вариант, теперь я это вижу так, и что дальше? Следуй за мной, юный подаван, нужно тебя кое-чего представить кое-кому. Еще один доброволец. Приветствую в нашем зале, молодой человек. Ты вступаешь на трудный путь, на верный путь. Ей большая честь для меня, если что, первым делом хочу выучить пьяный мастер. Аригато. Аригато. И как это время? Хорошо, согласен, у нее неплохая наследственность. Спрашиваю, говорит, почему ты говорил о какой-то вселенской угрозе, когда речь шла всего лишь об одном запутавшемся парне, потому что каждая человеческая душа есть вселенная, да? Кто сказал тебе такую банальность? Обычно это ты говоришь что-нибудь этакое. Чего быть не может, я всего лишь использовал подписку этого парня на Netflix последние полгода, им просто стало стыдно. Немного. Но теперь ты во всем разобрался и все в порядке. Говорит, сейчас посмотрю сериальчиков. Пока, говорит. Так, мне теперь надо поспать. Но помогать другим — это очень важно. И версия каждой души — это вселенная, топ, зуб даю. Вообще такой Netflix, кто он, кто, где этот ваш Netflix, алло. Так, блин, уже заканчивать серию пора, ну вообще невозможно отойти тут, оторваться. Слушайте, надо полечиться бы. Мы сюда не можем? Не можем. С 9, всю ночь пахать? Нет, я буду делать спорт, потому что я очень много просрал. Статов. Просто шок, сколько статов просрал. Сейчас 3 дня будем восстанавливать это, наверное. Ну, придется, куда деваться. И к этому надо еще к Сильверу тоже качнуться, пока я не забыл. И на этом, наверное, закончим серию. Думаю, звучит как план. Так, подожди, чуть поесть. Продолжить занятия. Даже половину не восстановили, представляете? Так, он уже не хочет заниматься. Гля, какой противный малый. До 9 занимаемся. Отлично, кушаем. К мастеру Барри. У нас пончики. Чего, говорит? Пончики для вечеринки. Какой вечеринки? Вот праздновать то, что я машина для побед. Хватит придуриться, парень. Тут вообще-то занят, говорит. Опять сядет, мудила. Старый. А, все. Так, и куда я еще не мог пойти? Полицейский участок? Или где-то еще днем можно было так посещать? Где-то коробки должны быть, лаборатория. Где-то я был. Где-то только вечером. Да, еще не мог пойти. Зал Сильвера не мог зайти. Здесь коробок не завозили. Есть ли у меня еда? Да, вот коробка одна, отлично. То есть может быть запросто в дополнительной штуке. Это только 4-й вроде бы. Так, нам нужно очень много ловкости. Колесико не работает. Ловкости надо. На все деньги мне, пожалуйста, ловкости заверните с собой. Вы знаете, даже эта небольшая перегрузка меня, наверное, не остановит. Нам нужно прокачиваться очень сильно. Ну, пофигу. Прокачиваем. Вот, а на этом, наверное, закончим, так что премного всех благодарю за просмотр, всем всего хорошего, счастья, здоровья, играть, пожалуйста, в хорошие игры, всем добра. А сейчас позвольте мне немного понаглеть. Речь о моем Бусти. Под каждым видосом есть ссылка. Там уже достаточное количество контента. Есть как подкасты лайв-формат, так и весьма уникальные видосы, которых тут нет. Это как раньше спонсорство на Ютубе, только теперь с минимальной комиссией для автора, то есть для меня. Также можно подписаться даже бесплатно, так что буду весьма признателен в случае поддержки. И огромная благодарность спонсорам. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилл Хёртс.